семена календулы и новый стиль прекрасно сочетаются с различными растениями, поэтому чаще всего используются для оформления миксбордеров. Культура очень устойчива к плохим климатическим условиям и даже к заморозкам. Уход за ней заключается в поливах во время сильной засухи, рыхлении почвы, внесении и удобрений. Высевают семена календулы новый стиль сразу на постоянное место в конце апреля, мая. Зацветает растение в середине июня. Цветочки махровые, желтого и оранжевого окраса. Период цветения продолжается до наступления осенних заморозков. Календула гибридная новый стиль это травянистый высотой от 30 до 40 см. Цветет растение в месяц август-сентябрь. Окраска цветка смесь окрасок. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.